Привет всем! Сегодня я даже на голове вот у меня такой вот взрыв, ну, смотрите, на макаронной фабрике все стоит. Сегодня у меня ну, естественно, ни макияжа, ни ухода. В общем, будем с вами голову мыть. Я хочу показать, но у меня под моим видео есть комментарии по поводу некоторых средств, которыми я пользуюсь. И сегодня у меня будут... Мы протестируем с вами на камеру средства, которые для блондинок. Вот такой вот шампунь, вот такую вот маску, это фиолетового цвета. Ну, соответственно, в купе будет у нас и бальзам для волос. В общем, с вами укладочку, помоем волосы, укладочку сделаем. Потом у нас будет видео уходовой косметики. Нет, сначала мы все помоем, укладку мы, конечно, потом сделаем, наверное. Уходовой косметики, видео будет макияжа. В общем, сегодня вообще планирую по плану 4 видео, и вечером я сниму с вами тоже уходовый, вечерний уход. У меня просто будет сегодня косметика. Мы хотим, ну, я хочу с вами протестировать этот новую micellar воду. Новинка 6-го каталога для жирной и комбинированной кожи. Ну, давайте не будем время зря оттягивать. В общем, сейчас вам скажу. На лице у меня абсолютно ничего нету. Кожа жирная, волосы у меня вообще тоже жирные. Я вот за эти 2 дня, 6-го, 7-го, забросила свое лицо. Ну, вот как 6-го я всю себе красоту навела. 6-го у меня был день рождения. И получается все. Потом только макияж смывала этим мицеллярной водой. Там умывалась как попало. Ну, в общем, уход у меня был как попало. Не потому, что я там какая-то была там либо с похмелья, либо еще какая-то. А потому что вот ленилась. Такое вот настроение ленивое было, да, ничего не хотелось. Ну, бывает, да, у нас у девочек настроение ленивое. Дома жара со страшной силой, потому что на улице тоже за жара. Все открыто, батареи топят не по-детски. В общем, я вся сижу мокрая, лицо уже все, уже жирное, уже даже не комбинировано, тем более после того, как у меня вот эти вот дни уход был нерегулярный, да, лица, волос, то уже все, сегодня надо прям конкретно заняться. Волосы у меня здесь и лак, и пенка, и бальзам. Ну, получается, сегодня третий день, как я не мыла голову, волосы. В общем, давайте с вами будем мыть. Вот этим шампунем я сейчас помою и приду к вам. Мне надо сказать, как ведут себя волосы после этого шампуня. Сразу скажу, что у меня волосы тонкие, жидкие, не натуральные, они крашеные, милированные, ну, то есть обесвеченные. Так что подбирайте уход, да, по состоянию своих волос. Хотя они у меня крашеные и милированные, должны, по идее, подсушивать, да, но вот волосы у меня вот жирные. У меня короткий волос, вот здесь вот видите, прям жир на корнях. Здесь, конечно, немножечко по суше, но хотя тоже, знаете, я бы не сказала, что прям здесь сухой волос. В общем, вот, он у меня практически всегда в таком состоянии, потому что я еще и потею. Потею сильно, и получается у меня волосы мокрые, жирные. В общем, пошла я быстрее мыться, чтобы вас уж тут не сидеть. И так уже, наверное, напугала с утра. Ну, может, кто вечером смотрит. Пошла я мыться. Приду, после того, как помою, приду, сразу оставлю свой отзыв и нанесем с вами маску новую для меня. Это не новинка для меня. Этим я пользуюсь, этим я довольна. А, кстати, я хотела сказать... А, ну, про кожу я сказала вам, да? Что-то я тупанула. Все. Я к вам пришла, все, вот помыла я голову, не расчесываясь, просто, естественно, полотенцем я просушила хорошо, потому что я не хожу с намотанным полотенцем, чтобы... Ну, у меня короткие волосы, смысла я не вижу, у меня тем более они жидкие волосы, и я, в принципе, сразу делаю укладку и все такое. В общем, вот этот вот шампунь, по факту, смотрите, вот я запускаю руки, как бы немножко застревает, вот немножечко. Ну, это без бальзама. Но, в принципе, когда я смывала, мне показался он жестковатым. Ну, волосы жестковатым. Сейчас я уже смыла, просушила.
Волос нормальный, но я опять-таки, да, скажу, что у меня на волосах три волосинки на голове, так сказать. У меня это, видите, если у вас жесткий волос, мне кажется, вам не пойдет. Может быть, пойдет, но, естественно, нужно какой-то бальзам, да. Но я по-любому сейчас буду, ну, я буду наносить маску, мы с вами тестить будем, и бальзам. Я держала на голове, ну, минуты 4. Ну, 5. Вот смотрите, немножечко, немножечко что-то вот на светленьких волосиках, какая-то вот, знаете, желтизна, да, ушла. То, ну, чуть-чуть совершенно, вот. Ну, по факту, видите, я же не конкретно прям так блондинка, просто мне не идет сильно светлый цвет волос. Я блекла остановлюсь. А вот такого плана мне еще подходит. Ну, шампунем я довольна. Шампунем я довольна. Но если маска, допустим, выполняет те же функции, что и шампунь, просто маска, я знаю, что она интенсивнее будет цвет менять. Я не сказала, что это шампунь для блондированных волос 250 миллилитров, и он для нейтрализации желтизны осветленных волос. Ну, здесь у меня просто я специально, да, крашусь вот такой вот краской, потому что, ну, еще раз говорю, что светлый цвет волос мне не идет, если полностью все светлое будет. Что я хотела сказать? По факту мне нравится. Но если, допустим, будет справляться одна маска, то есть будет немножко нейтрализировать желтизну вот эту, ну вот, будет немножко вот делать вот такой вот приятный оттенок на голове, то, возможно, я даже шампунь не буду брать, потому что это не бюджетная линейка. Уходовые средства, уходовые какие-то свойства от этого шампуня я абсолютно никаких не жду. А в компании Faberlic у нас много других шампуней. И поэтому, если маска будет справляться, то этот я шампунь буду брать, если, допустим, маска будет с ним, как говорится, с шампунем в наборе. Вот так вот. То есть давайте сейчас маску протестим. Маска у нас вот такая. Вот интенсивная маска для нейтрализации желтизны осветленных волос. Тут сапфировая пудра придает волосам гладкость и наполняет их драгоценным сиянием. Способ применения: нанести на мокрые волосы, помассировать, оставить на 10-20 минут в зависимости от желаемой интенсивности оттенка. Затем тщательно смыть. Рекомендуется использовать перчатки. Ну вот шампунь тоже там пишут, рекомендуется использовать перчатки, но я не использовала перчатки. Ну не знаю, вам что-то покрасились? Ну вроде бы не покрасились. Вот у меня френч тоже вроде бы какой есть, такой остался. Вроде бы не покрасились. И здесь я тоже, ну, по факту посмотрим без перчаток с вами. Так, все, давайте приступим, да? Пошла я нанесу и к вам вернусь. Здесь просто мне на камеру будет неудобно наносить, мне кажется. К вам вернусь, уже намалюкана, и будем с вами делать уход на лице. Ну, то есть я нанесу, наверное, я закрою полиэтиленом каким-нибудь, потому что, ну, чтобы нам уход сделать полноценный. В общем, ладно, сейчас видно будет. Так, я пришла, в общем, нанесла. Вы знаете, маска достаточно густая. Она густая, она, видите, не текет, лежит как вкопанная. Я очень таких хороших жменек налила, ну, себе насыпала на руку вот этой маски. Запах, в принципе, как у всей линейки, как шампунь, так и маска пахнет. Здесь 150 миллилитров. У меня волосы короткие. Я еще раз говорю, что они у меня тонкие и не густые. Поэтому мне этой маски, ну, хватит, в общем, на приличное время. Вот, видите? А, руки. Думаю, что я хотела сказать. Руки, по факту, вот, не накрасились вообще. Вообще не покрасились. Ну, вот. Ну, не знаю, может быть, просто я всегда вот снимаю, у меня здесь просто окно, ну, то есть свет уличный, а здесь у меня, получается, нет окна. И поэтому получается вот эта вот светлее сторона, чем вот эта вот. Ну, как-то мне просто, я так посмотрела, в принципе, у меня стол стоит здесь, у меня, я верчусь, у меня круглый стол, и я верчусь, да, в зависимости от освещения. Вот по нему верчусь, да, в круговорот воды в природе. Так, в общем, с маской будем сидеть 20 минут. Тут сказали 20, я засеку сейчас время, но минуты 3 я уже сижу. Где-то 10 минут будем смывать. Ну и давайте уход, да, с вами. Лицо почистим, наконец-то, как говорится.
Хотя я думаю, если мы сейчас будем его мочить, мне кажется, будет все смываться. Нет, давайте я это видео все-таки отдельно сделаю про волосы. Просто я потом его склею. А уже уход отдельно, как обычно. Все. Потому что сейчас будет все течь, а это, извините, красящееся средство. Так что все, через 20 минут я к вам вернусь. Все, прошло 20 минут, я пошла смывать. Ну, видите, нигде не потек, вот как влитой. Волос был влажный. Я, конечно, полотенце после шампуня высушила. Я просто не знала, что здесь... Ну, мне надо было и на камеру вам показать, да? Я ж не буду с мокрой головой. А когда уже пошла наносить вот эту вот маску, то я немножко смочила волосы, чтобы, потому что тут написано не на влажные, а на мокрые волосы. То есть на мокрые волосы наносим, потому что сама маска достаточно такая густая, и разносить ее не на мокрых волосах будет тяжело. В общем, все, пошла смывать, вернусь, покажу результат. Все, я пришла к вам по факту. По факту немножко есть изменения, но не сильно. Ну, посушим, посмотрим. Больше, конечно, вот смотрите, кожа головы покрасилась. Но вы знаете, что мне в этой маске понравилось? Что не надо бальзам использовать. Вот смотрите, вот это вот... Ой, вот эта вот маска у меня, вот это вот бальзам. Я думала, после маски еще надо будет, чтобы смягчить волос, бальзамом помазать. Нет, мне в принципе, все нормально. В общем... Сейчас с вами посушим волосы. Ну, смотрите, волос мягкий, вот, хорошо проходит руки, нигде не застревает. После шампуня, конечно, немножко там подзастревало. Но если у вас густые, то после шампуня будет сильнее. И по факту волосы, ну, все-таки есть какой-то оттенок, да? Давайте с вами посушим, нанесем уходовые средства. Возможно, даже я просто буду в будущем уже брать маску, и все. Вот эту вот маску буду брать, ну, чтобы немножко цвет менять. А вот шампунь и бальзам, и есть сыворотка такая же, я, наверное, как-то обойдусь. Ну, если будет там, допустим, по акции в наборе, либо еще какая-то, или два по желтым ценникам, да, надо взять. Так, буду наносить вот это вот средство. Это DD спрей уход. Я главный, почему я наношу это средство, защита идет от термозащита, то есть от фена. Я сушу волосы феном постоянно при укладке. Ну, если, допустим, я каждый день куда-то иду, то я каждый день голову мою и каждый день сушу феном. Если, допустим, естественно, соответственно, никуда не иду, то я и могу, и в принципе, не сушить феном, ну и не мыть голову, это естественно. Тут придает волосам объем и упругость, обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию. Надежно защищает волосы при температурах до 220 градусов, снижает ломкость волос во время укладки, препятствует появлению секущихся кончиков, не склеивает волосы, фиксирует без утяжеления, придает послушность волосам, снижая пушистость, создает глянцевый блеск, легко расчесывается, счесывается и смывается. Действует в течение всего дня. Здесь 120 мл, мне нравится он. И запах, знаете, такой свежей-свежей скошенной травы. Я наношу на влажные волосы. Могу, в принципе, нанести на невлажные. Так, немножко. Дальше я наношу... Буду наносить сегодня вот такой вот салон Kea. Гиалуроник, это сыворотка-уплотнитель для лишенных густоты и истонченных волос. Вот именно для моих волос. Вот эта вот сыворотка мне нравится. Я могу вам посоветовать. Здесь активный гиалурон. Так. И способ применения меня интересует. На влажные волосы перед сушкой укладка. Вот я в основном всегда так и делаю. На основную длину волос и кончики. Ну, я, в принципе, вот так вот делаю и все, прохожусь. У меня, видите, короткие волосы, это, ну, для тех, у кого длинные. На сухие волосы можно нанести в качестве финального ухода тоже. В принципе, можно вот так вот нанести, вот придать волосам, да, какую-то, ну, форму. Может быть, попробуем на сухие волосы сегодня. На кончики волос для борьбы с сечением, ну, то есть у кого секутся. На всю длину волос за 10 минут до мытья головы для интенсивного воздействия. Ну, я так не делаю. Ну, и все-таки вот... Ну, тут пишут, что можно, да, но я все-таки
у меня какой-то бзык, да, в голове, что это все-таки для укладки волос. Ну, то есть для того, чтобы волосы хорошо лежали, да. Добавляете 2-3 капли сыворотки в шампунь, бальзам, маску для усиления их действия. Ну, давайте, наверное, попробуем после того, как посушим. Значит, сейчас будем, я буду наносить вот такой вот мусс. Тут пишут сильная фиксация, но это не сильная фиксация, это просто фиксация эластичная, без склеивания. Да, здесь 150 миллилитров, обеспечивает стойкую фиксацию без склеивания, придает видимый и стойкий объем, придает блеск, легко удаляется при расчесывании, обеспечивает великолепный вид прически в любых условиях, не утяжеляет волосы. Да, так, стряхиваю немножко на руку. Вообще, в последнее время партия, конечно, не очень, да, вот мне первое, ну, за все время, что им пользуюсь, а я пользуюсь им давно, у меня вот этот вот второй тоже какой-то вот все-таки дефект в нем есть. То обычно раньше нажимаешь, вот это такая плотная пена, нажимаешь, она сразу пенка, а здесь вот, знаете, вот надо вот, как будто что-то там мешает. Я вот так вот разношу по рукам, а до этого был его предшественник, вообще у меня сломался. Ну, то есть наполовинку, половинку я выкинула, потому что сломался вот этот сам дозатор. Так, все, ну давайте буду сушить. Не знаю, посушить при вас. Шумно, наверное, будет. Нет, наверное, давайте без вас посушу. Ну, каждый же по-своему, да, укладывает волосы феном. Ну, тут ничего нового для вас я, в принципе, не скажу, поэтому давайте без вас. Если будут пожелания, пишите под видео, я буду сушить при вас. Все, высушила волосы феном, как бы так. Я укладываюсь вот этой вот расческой и вот этой. Видите, здесь уже столько много волос накручено, надо как-то почистить, не знаю как. Что хотела сказать про эту. Этой расческой я, ну, как расчесываюсь, и плюс я делаю укладку вот этой вот длинной части. Ну, то есть вот так вот заворачиваю и феном сушу. У меня обычный фен, ничем не примечательный. Вот такой вот. Ну, обычный. Холодный воздух и горячий воздух. Я как-то привыкла. У меня, видите, не густой волос, не длинный. Мне как бы этого хватает. Вот это и вот здесь я укладываю расческой скелетной, да. Вот она через отверстие как бы продувает воздух. Вот этой вот укладывала. Ну, вы знаете, в последнее время, видать, она расшаталась от горячего воздуха, начала запутывать мне вот сюда, вот в эти отверстия. Ну, то есть я вот так вот накручиваю. Вот. И когда я сушу, она вот сюда запутывается, и потом получается, что я волосы вырываю. Мне даже один раз муж помогал распутать, потому что я вообще не могла. Я уже думала отрезать, что ли. Это вообще нечто с чем-то. А она удобна для того, чтобы сушить вот эту вот часть головы, да, вот эту вот, ну, вот эту, в общем, сторону, а вот это вот для этой стороны, вот это вот. Хочу сказать, что, ну, вот эта у меня расческа уже давно, она, видите, немножко потрепалась, вот это вот достаточно новая. Расчески хорошие, у меня еще есть расческа вот такая вот, но она мне большая, то есть это для длинных волос, здесь, видите, мягкие. Ну, это не Фаберлик, это, она, кстати, уже у меня сломана была, мне муж подклеивал. Этот. Ну, для тех, у кого длинные волосы, густые, вот это вот такая расческа хорошая. В принципе, можно купить как-нибудь и расческу фен. Ну, не знаю. Я, в принципе, вот смотрю вот на, ну, как волосы, да, укладывают. Мне кажется, она такая тяжелая. Мне кажется, проще одной расческой. Ну, вот это вот легкая, второй фен полегче. Ну да ладно, каждому свое. В общем, показала вам расчески для укладки. Давайте с вами вот этим вот средством уложимся. Ну, то есть подправим с вами. Ну, у меня здесь уже чуть-чуть, видите, осталось. Все ничего, вот с этой, здесь 30 миллилитров, вот с этой вот баночки очень сложно, когда остается чуть-чуть, она уже не выжимается вот отсюда, ну, с дозатора не выходит, а надо вот так уже переворачивать и вот так вот стучать. Так, давайте. Попробуем еще так сделать. Да, еще выходит. Он такой голубенький и гелевая текстура. Приятный такой, знаете, сладко-кислый аромат. Вот столько я выдавливаю. Разношу по рукам вот так вот. Ну и придаю волосам, в принципе, что я хочу придать.
Мне даже кажется, много я выдавила. Но я привыкла на влажные волосы выдавливать. Ну, что там не видно много, немного. А здесь прям вот я заметила, что многовато я выдавила. Так, надо расчесочку применить. Вообще, мне вот эта вот гиалуронка нравится. Очень удобная штучка. У меня вот на концах вот здесь вот волосы, конечно, жженные и секущиеся. А вообще, в принципе, у меня нету такого вот прям, чтобы что-то где-то вот жженое, да, было у меня. У меня так. Потому что короткие волосы. Я раз в месяц, раз в полтора месяца хожу в парикмахерскую. И, в принципе, слежу за своими кончиками. В этот раз ходила в парикмахерскую, но не постриглась, а только выбрила. Вообще-то я выбриваю дома, бывает сама, бывает мужа прошу. Ну, муж у меня как-то повыбривал, что посмотрела, у меня длинные волосы начали. Он, в общем, захватил не только вот эти вот короткие волосы, а еще и длинные. Думаю, господи, сейчас же лысая останусь совсем. Хотя, в принципе, у меня возникает желание, вот не поверите, постричься на лысо. Парикмахер, ну, своего мастера спросила. Она сказала, что лысая вам не пойдет, у вас макушка как-то приплющенная. Ну, они же видят, да, постригают. Ну, то есть я знаю, что у меня там что-то с макушкой, потому что вот здесь вот у меня сложно укладывается все. Я сейчас лаком еще побрызгаю, тоже эксперт. Все то же самое, что и про мусс. И тут напишут контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Нет. То есть дождь, снег, ветер ваши волосы держать не будут, и это не такая прям сильная фиксация. Я так прохожусь немножко. Так, и опять-таки в помощь у меня руки. И, в общем, последний раз я ходила в парикмахерскую, ну и мы с ней разговорились, она мне не постригала волосы, только этот, выбривала. Ну вот где у меня выбритая, да? Ну и мы с ней разговорились, говорю, хочу вообще налысо побрить, вообще это красиво мне будет. Она говорит, нет, у вас макушки нету, ну потому что здесь укладка, ну, тяжелее идет. И плюс, ну короче, из-за макушки вообще в основном. Единственное, она мне посоветовала, ежик можно сделать. Вот не знаю, может быть, пристану тут пред вами с ежиком. Я уже ходила ежик, ну, не по всей голове. У меня здесь был ежик, а вот здесь вот так вот длинненько было. Но вы знаете, ничего мне так нравилось. Ну, когда вот здесь вот так вот длинненько, оно как бы шею обрезает. И у меня шея получилась еще короче. Так, ну сегодня что-то у меня нет. Все-таки вот эти вот гиалуронка мне больше нравится укладывать на влажные волосы. Вот как я укладывала, так и надо было. Что-то сейчас с вами решила проэкспериментировать. Так, уже вспотела. И вот еще что. Я не постригалась. Она говорит, а что вы не хотите постричься? Я говорю, да сильно коротко. Что-то я не хочу. Прям хочу подлиннее немножко. И вот подлиннее я сделала. Вот видите, я лаком сделала. Оно вот вообще практически ничего нету. Но мне такой эффект нравится. И вот подлиннее это оставила, а вот здесь уже, видите, сложно укладывается, вот. Видите, в разные стороны. Так, сейчас посмотрим, вот так вот сделаем на корне. Так. Что я сделала? Так, сейчас я к вам вернусь. Я так не могу в камеру смотреть. Ну, в общем, вот, более-менее уложила. У меня вот здесь уже длинновато. Ну, уже до конца апреля потерплю. Видите, здесь как-то хуже укладывается. Ну, во-первых, у меня макушки здесь нету, оказывается, как мне сказали. У кого-то две макушки, а кто-то вообще без макушки. И мне здесь хуже укладывается. Ну ладно, следующее видео у меня будет уходовое за лицом, поэтому все равно там буду подсушивать волосы. Вот, по факту. Так, теперь факт, да? Вам вот на камеру, допустим, я не вижу.
что вот эта вот маска что-то сделала. Ну вот единственное, видите, вот белый цвет все равно он был у меня такой более желтой, а сейчас вот такой вот немножко с серинкой. В общем, вот эта вот маска мне понравилась, ее использовать. Даже не нужен вот этот вот бальзам, как вы видели, я не стала наносить. Еще есть вот такого вот плана сыворотка, тоже я не буду брать, ну как бы. Я еще раз говорю, если она будет там, нужно взять, вот, допустим, маску и сыворотку, то я, конечно, возьму два желтых ценника, да, или в наборе. Ну, что-то, главное, чтобы вот эта вот маска была где-то, да, участвовала в какой-то акции, то я возьму либо две маски, либо там еще что-то. Шампунь тоже, ну, вот у меня новый есть, ну, как бы я его уходовые свойства не увидела, но это шампунь, это очищающие, а не уходовые, да. Ну, очищает, ну, нормально, как все, в принципе, шампуни. Просто 5 минут все равно держать в ванне, стоять, мне как-то не очень приятно. Тем более оно текет же, волосы там мокрые, в глаза попадает. А вот эта вот маска удобна в использовании. В общем, буду брать в основном только вот эту одну маску. Мне маска эта понравилась. Ее уходовые свойства, и она все-таки немножко вот делает вот таким вот, видите, такой вот сиренц, ну, более холодный оттенок. Мне вообще холодные оттенки не идут. Я теплый светотип. Но у меня волосы, видите, теплые, как вы видите, да? Видите, как вы видите. А вот это вот я немножко сделала, чтобы как-то разнообразить. Вот это вот мне раздражает. Видите, уже надо постригаться. Так, все, ладно. Мне сегодня некогда, я тут опять разговариваю с вами. Давайте дальше буду. Все, всем пока, рада была приветствовать на своем канале. Сегодня был разговор про мои вот эти вот все лак, пенка, укладочные средства. Вот такой вот DD-спрей я их всегда беру. Вот этот вот гиалуронку тоже беру, ну, всегда как бы, в основном. Но у меня их много, сывороток, поэтому, ну, кончаются долго. И вот про эти три средства для нейтрализации желтизны. Все, свой отзыв я оставила. Все, девчонки, всем пока.